Так. Ну, был сделан вот такой наждачок. Ролик уже есть. Ссылочку попробую оставить в описании. Ну, его же надо теперь облагородить, потому что мотор, видите, с открытой обмоткой. Внутри там крыльчатка. То есть, если что-то точить, пыль, грязь, естественно, будет засасываться сюда. Ну, будет нехорошо. Плюс работать без поручня плохо. Вот вчера тут пытался прикинуть, может быть, что-то куда-то упереть. В общем, сейчас задача какая? Сделать кожушок, чтобы это все спрятать. Чтобы спрятать все вот эти вот конденсаторы, контакты, выключатели. В общем, сейчас внешне облагораживаем, а потом будем думать уже про поручни и защиту для самого камня. We'll be right back.
Ну, вот такой сундучок у нас получается. Вот такой сундучок получается. Прихваточки. Сейчас мы его проварим весь. Ну и потом посмотрим, готовы.
Ну что, ребят, очередной станочек у нас готов. Вот такой вот. Наждачок из стиральной машины, да? Это сейчас стоит на нем вулканит. Только что показал, на что он способен. Да? Ну, короче, красивые такие вещи умеет делать. Ух, что он умеет делать. Вот так вот полировать. Но это не важно. В общем, у нас появился еще один станочек. Быстросменные камушки. Надо будет еще их единственное, что поправить, да? Я вот сейчас только что работал таким корундовым карандашиком. Видите, насколько он испохабленный был предыдущими, на предыдущих каких-то самопальных наждаках. Видите, он аж прям кусками выгрызается. Ну, это можно будет его поправить, есть чем, что. Вот здесь то же самое. Особенно вот здесь вот посадочная повестка, присмотреться она такая. Но это уже не важно. Значит, что, получился, да, с очередной станочек. Ну, инструмента много не бывает. Ну, покрасим это, естественно, покрасим, что-нибудь тут напишем. Дереста, да? Или простые штуки. У, тема. Но не важно. Так что, если у вас завалялся моторчик от стиралки, есть пара камушков, есть руки, вы можете это все скрестить и получить еще один инструмент для вашей мастерской, который будет делать такие красивые штуки. Ну и не только. Ну что, ребят, на этом всем, наверное, большой-большой привет. Такой большой привет. Саша Капустин, привет. Это я готовлюсь к твоим подаркам. Пока мне еще старые свои запасы, видишь. А скоро пойдут работать твои вещи. Ну и на этом все. Осталось что? Покрасить. А на этом всем пока.